14 июня 2022 года свой 76-й день рождения отмечал 45-й президент США Дональд Трамп. Он известен не только как политик и бизнесмен, но и как шоумен и телеведущий. Интерес вызывает и частная жизнь государственного деятеля, который трижды был женат и стал отцом 5 детей, подаривших ему 10 внуков. Дональд Трамп-младший. Старший сын 45-го американского президента Дональд Трамп-младший появился на свет в последний день 1977 года. Он родился в браке бизнесмена Трампа с фотомоделью Иваной Зельчуковой. В детском возрасте мальчик часто проводил каникулы у деда по линии матери в деревне в окрестностях Праги. Дональд под влиянием дедушки увлекся охотой и рыбалкой, а в свободное время изучал чешский язык. Образование парень получил в нью-йоркских школах Бакли и Хилл, затем учился в подготовительном интернате Подстаунского колледжа. В 2000 году Трамп-младший получил степень бакалавра экономики и бизнес-школе. В Нью-Йорке он вернулся в 2001 году и присоединился к компании отца, которая занимается недвижимостью. При его участии состоялись крупные строительные проекты. В 2010 году он получил пост пресс-секретаря в компании по связям с общественностью. Участвуя в предвыборной кампании своего отца, Трамп получил скандальную известность. В газете New York Times появилась статья о том, что политик тайно встречался с российским адвокатом Натальей Веслицкой. Это могло стать доказательством сговора и основанием для уголовного преследования. Однако дело не получило продолжения. В 2005 году супругой наследника 45-го президента стала американская модель Ванесса Хейден. В этом браке рождено 5 детей. Однако в 2018 году появились сообщения, что семья распалась. Вскоре у Трампа начались любовные отношения с Кимберли Гилфойл, получившей популярность в Америке как телеведущая, журналистка и прокурор. Сейчас Трамп-младший работает в The Trump Organization на должности исполнительного вице-президента вместе с младшими сестрой и братом. Иванка Трамп. В октябре 1981 года в семье американского бизнесмена и политика родилась дочь Иванка Мари Трамп. После получения школьного образования девушка выбрала экономическую специальность и стала студенткой университета, из которого выпустилась в 2004 году, получив степень бакалавра. Карьеру дочь Дональда Трампа начала как фотомодель, появляясь в рекламных объявлениях на страницах глянцевых изданий. Но с начала 2000-х Иванка Трамп меньше снимается как модель, все больше уделяя времени и сил бизнесу и писательству. Также в юности девушка работала ведущей на телевидении, появлялась в реалити-шоу и на конкурсах красоты. В 2005 году Трамп получила пост исполнительного вице-президента в родительской компании, а спустя 2 года перешла в другую фирму, занимающуюся продажей драгоценностей. Вскоре стало известно, что Иванка Трамп стала соосновательницей собственной ювелирной компании и бренда одежды, которую закрыла в 2018 году, чтобы сконцентрироваться на выполнении обязанностей советника президента. Политической деятельностью второй по счету ребенок Дональда Трампа стал заниматься с 2015 года, выступая в поддержку отца в рамках его предвыборной кампании. Должность советника президента США Иванка получила в 2017 году. Кроме того, она возглавила управление экономических инициатив и предпринимательства, участвовала в саммитах и международных переговорах. Также Иванка Трамп сотрудничает с благотворительными фондами. Личная жизнь старшей дочери Трампа сложилась успешно. С 2009 года она супруга бизнесмена Джареда Кушнера. В семье появилось 3 детей. Перед замужеством Иванка сменила вероисповедание и приняла иудаизм. Эрик Трамп. Третий из детей Дональда Трампа, сын Эрик, родился в начале 1984-го, когда мальчику было 8 лет, и его родители расторгли брак. В раннем возрасте юноша часто гостил у бабушки и дедушки в чешском селе. Высшее образование парень получил в Джорджтаунском университете, выбрав специальность финансы и менеджмент. Еще будучи студентом, парень сделал выбор по поводу будущей карьеры, решив продолжать развитие семейного дела, хотя до этого брал на рассмотрение и другие идеи. В 2007 году Эрик Трамп стал основателем благотворительного фонда, а в 2016-м денежные сборы для него были прекращены. На старте президентской кампании отца Эрик выступил в роли сборщика средств и главного советника. Вместе с женой Ларой Трамп он выступал на предвыборных митингах в поддержку родителя. Когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, наследник занял пост главы семейного бизнеса. Эрик Трамп в настоящее время трудится в родительской компании The Trump Organization, где занимает пост исполнительного вице-президента отдела по развитию и поглощениям. В личной жизни второго сына экс-президента царит гармония. С 2014 года Эрик Трамп счастлив в браке и воспитывает сына и дочь. Тиффани Трамп. Во втором браке Дональда Трампа с американской актрисой Марлей Мэйплс в 1990
1993 году родилась дочь Тиффани, которую назвали в честь известной ювелирной компании. Когда ей исполнилось 6 лет, отец и мать развелись, и девочку воспитывала мать, с которой они жили в Калифорнии. Школу Тиффани окончила в 2012 году, после изучала социологию и урбанистику, а в 2020 закончила обучение в школе права. Будучи студенткой, Тиффани записала музыкальную композицию, работала стажером в модном журнале. Также девушка пробовала свои силы в качестве модели. В 2016 году на неделе моды в Нью-Йорке. На президентских выборах наследница выступила в качестве спикера с поддержкой отца. В 2020 также выступала на митингах в рамках предвыборной кампании. Получив высшее образование в школе права, Тиффани Трамп решила остаться в вузе и продолжить карьеру в качестве научного сотрудника. О личной жизни второй дочери президента известно, что с 2018 года она состоит в отношениях с бизнесменом Майклом Буллосом. В начале 2021 года пара рассказала о помолвке. Бэрон Трамп. В 2006 году в браке Дональда Трампа с третьей женой Мелани Трамп, американской моделью славянского происхождения, родился младший сын политика, получивший имя Бэрон. В детские годы за ним ухаживала мать, так как родители решили не пользоваться услугами нянь. Парень с ранних лет интересовался конструированием. По примеру отца научился играть в гольф, стал с легкостью изучать иностранные языки и увлекался программированием. Интересуют Бэрона и другие виды спорта, а также точные науки. После того, как отец Бэрона выиграл выборы, сменилось место учебы парня. Он стал учеником епископальной школы Святого Андрея, нарушив давнюю традицию. Все наследники глав США до этого посещали Sidwell Freund School. Вопрос образования наследника остается приоритетным для его родителей. После школы Бэрон Трамп стал учеником Академии Оксбриджа в Палм-Бич. Жизнь и судьба младшего из детей Дональда Трампа, как и остальных его наследников, интересует сторонников политики и журналистов. В связи с повышенным вниманием к их именам, сыновьям и дочери экс-президента не раз становились участниками конфликтов с представителями прессы. Так, поведение Бэрона Трампа не раз казалось репортерам странным. Они высказывали предположение о том, что у парня проблемы с психикой. Позже человеку, спровоцировавшему подобные слухи, пришлось принести извинения. Бэрон не любит излишнее внимание к своей персоне и ведет себя на публике сдержанно и немногословно. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.